В конце прошедшей недели выпускникам Венспилсской высшей школы в торжественной обстановке вручили дипломы о высшем образовании. Нынешний выпуск стал 12-м в истории Венспилсского вуза. 56 выпускников факультета экономики и управления защитили бакалаврские работы, 18 – магистерские. Программу факультета информационных технологий по специальности компьютероведения успешно освоили 30 студентов. Семеро получили степень бакалавра по программе естественных наук. В свою очередь степень бакалавра по программе электроника факультета информационных технологий получили 19 выпускников. 10 студентов освоили специальность переводчика с немецкого, 41 – с английского. Степень магистра на факультете переводоведения по программе «Перевод юридических текстов» и «Перевод и терминология» получили по 2 выпускника соответственно. Венспилсская высшая школа за свою 15-летнюю историю обрела немало традиций. Например, купание в фонтане после защиты дипломных работ, торжественное шествие по улицам города и по набережной с последующим катанием на кораблике «Герцог Якобс». Многие из свежеиспеченных бакалавров планируют продолжить образование в магистратуре. И не исключено, что вставший уже родной в Венспилсской высшей школе. В скором времени в Венспилсском вузе начнется прием документов у выпускников средних школ. Подробнее о программах, которые предлагает Венспилсская высшая школа, можно узнать, посетив портал venta.lv, а также странички в Твиттере и Скайпе.